Как написала в социальной сети жительница карельской столицы Лариса Павлова, на проспекте Ленина люк отбросила в сторону из-за поднявшейся воды. Ехавшая в этом месте машина угодила в открытый колодец. Обошлось без поломок. Прохожие помогли вытолкать автомобиль и закрыли люк. Однако через некоторое время вода снова его подняла. Бригада водоканала прочистила колодец и установила люк на место. Причиной засора стали большие куски тряпок и полиэтилена, которые попали в канализацию. Впрочем, бригадам водоканала стоит быть начеку. Дожди в Карелии не закончатся в ближайшие дни и могут продлиться до конца июля. Такие неутешительные прогнозы делают синоптики. Температура днем составит 18-20 градусов выше нуля. Таких гроз, какие прошли в Москве, в Карелии, по данным синоптиков, ждать не придется. Сильного ветра также не ожидается.